Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире «Союз Онлайн». Сейчас мы находимся в одном из кабинетов медицинской православной гимназии Санкт-Петербурга. И именно здесь каждое утро дети начинают с утренних молитв. Сейчас мы пообщаемся с председателем родительского комитета, с Михаилом Николаевичем Ширяевым. Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Михаил Николаевич, хочу обратиться к вам как к родителю. Вот почему именно эту гимназию вы выбрали, вот, чтобы ваши дети учились именно здесь? Ну, здесь, наверное, несколько факторов. Часто выбирают люди, если люди православные, то выбирают, естественно, православное учебное заведение. Да, таких в городе у нас немного. Во-вторых, очень многие люди, вот иногда сидишь у Анатолия Анатольевича, беседуешь с ним, пьешь чай, постоянно раздаются звонки по телефону, и звонят люди с просьбой перевести своих детей сюда, к нам, в гимназию. И причины бывают, что все, погибает ребенок, не справляемся. Здесь, в гимназии, конечно, этого, в общем, у нас нету. Вот. Ну и само образование. Мы видим, что, в общем-то, в системе образования идет в некотором смысле сокращение, например, естественных наук, да, там биологии, химии, да, давно нет у нас там астрономии. А у Анатолия Анатольевича как раз в гимназии биология, химия и предметы, естественно, научные предметы, они, надо сказать, в достаточной степени у него превалируют, да. Вот. Плюс само отношение. Фактически гимназия, скажем, мы учились до этого в другой гимназии, номер я не буду называть, в другой школе. Там, скажем, постоянно шел такой подход к образованию, что вот мы вам предоставляем услугу, вы эту услугу берете или не берете и так далее. Здесь совершенно, конечно, иной подход. Здесь фактически гимназия такая семья. То есть как бы у тебя там ребенок, там, что бы с ним ни происходило или плохо он не учился, им, в общем-то, интересуются все, от директора до непосредственно преподавателя. Поэтому вот это, скажем, тоже очень важный фактор. Ну и кроме всего прочего, почему именно эта гимназия? Дело в том, что среди православных учебных заведений, хороших, в общем-то, заведений, часто набирается довольно большое количество именно предметов религиозных, после которых, скорее всего, ребенок может пойти либо в семинарию поступать, либо там, дальше в академию. А эта гимназия наша, она обеспечивает именно очень высокий уровень поступления в вузы. То есть, в частности, она является в данном случае довузовским факультетом медицинской академии, но ребята поступают и на химфак, и на биофак отсюда. Так что вот, наверное, вот такие факторы, да. Да, спасибо, Михаил Николаевич. И а куда ваш ребенок будет поступать? Ведь здесь идет постоянное общение с медицинским университетом имени Попова. Ну, у нас другой случай. Мы как бы на историю хотим идти. Да, но для нас все равно эта гимназия, она, безусловно, вот по всем вышеперечисленным факторам является предпочтительной. Да. Спасибо, Михаил Николаевич. Дорогие братья и сестры, а мы съемочная группа Санкт-Петербурга. Анастасия Лобода и Владимир Шкваря. С вами прощаемся.